Ребята, на полу есть ручка. Что-что? Здесь какая-то ручка. Я нащупала что-то под ковром. Но я не вижу, не знаю, что это. Подожди, где ты? Положи на нее мою руку. Что там? Это петля. Должно быть, это выход. Ты нашла ручку? Давай попробуем. На полу петля. Она под ковром. Это люк. Попробуй открыть. Я на полу. Кто это? Я. Хорошо, давай свою руку. Это я. Нащупал петлю? Да, нашел. Отлично. Мои руки на полу, так что... Я услышал, как другие участники нашли петлю в полу. Мы должны сдвинуть это. Да, это скамьи. Давай толкать вдвоем. Поехали. Есть. Здорово. Они сдвинули какой-то ковер и сразу же нашли люк. Мне нужно быть тихим и ловким. Джош, ты где? Пойдешь за мной? Возьми меня за руку. Я проскользнул туда раньше всех. Я сбежал за несколько секунд. Держусь за кого-то впереди меня. Кто это? Кто там внизу? Кто это? Интересно, насколько здесь глубоко? Что у нас здесь, ступеньки? Это лестница. Я выбрался. Старина Шригли уже пробрался туда. Что? Я ждал своей очереди, а он просто проскользнул. Серьезно? Он что, правда, просто съехал туда? Я должен добраться до пункта назначения, пока не взойдет солнце. У меня в одиночку шансов сейчас намного больше.